Первый казах в космосе спустя 30 лет после первого полета в космос. Тохтар Аубакиров проходит подготовку в звездном городке и уже 2 октября улетает на орбитальную станцию «Мир». Через 7 дней он спустится с небес на Землю, получит орден Октябрьской революции, а спустя 8 лет еще и почтовую марку в свою честь. Но на орбиту Аубакиров больше никогда не вернется. Волнение достигает предела. И восхищение, и слезы, и тревога. Нет-нет, аплодировать еще рано. Корабль еще не вышел на орбиту. Казахи говорят, сначала нужно сделать все до конца, а потом уж можно радоваться.